Господи, не делай так. Прости, кто-нибудь еще выжил? Без понятия. База, база, ответьте. Ну как? Тихо, я слушаю. Я не... Боже мой, они здесь! Чего они так боятся? Черт, я потерял рацию в аварии. Было. Где подкрепление? Подкрепление в пути. Пусть поторопятся, черт их дери! Я предупредил! Отвали! Кому сказано? Тихо, успокойся. Расскажешь, что случилось. Я видел... когти... зубы. Эй, все в порядке? Ты заодно с ними! Твою мать, что происходит? Смотрите и зачистите этот сектор. Я тебя прикрою. Что это? Разделитесь и осмотрите все. Я с тобой. Прочешите сектор. Смотрите в оба. Кто это такие? Отсюда должен быть выход. Может, там, откуда они пришли?
Господи, сколько трупов. Их убили те твари. Но почему? Иона, Эбби. Эй, Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то существа. Что? Они шипят и быстро двигаются. Лара, это похоже на легенду про Пиштако. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. Иона? Мы внизу! Эй! Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Иона, я оказалась в какой-то пещере. Судя по всему, тут были люди. Иона? Если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук. Я заберусь наверх.
Невероятно. Иона, я у следующего испытания. Орла, мне кажется, оно как-то связано с ветром. Я двигаюсь дальше на запад. Сейчас спускаюсь вниз. Тут подземная река. Только столетий прошло, а она до сих пор стоит. Если повернуть, то получится лестница. Многообещающе. Есть. Еще паруса.
повезло. Может сработать. Да, держится. Хорошо, теперь лезьте в эту дверь. Надо искать другой путь. Еще один подъем. Хуракан, лицом к лицу в посвященном тебе храме. Иона, я прошла испытание орла. Кажется, я приближаюсь к тайному городу.
Иона? Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Эй! Кто ты? Я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Халпуцуль! Тринити. Ладно. Спасибо. Уэнди! Уэнди! Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это?
Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби... В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу, останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Это потрясающе. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Эцли, я жду от тебя донесения. Да, мама. Сегодня утром было кое-что. Да? Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол. Когда я подошел, они вдруг замолчали. Потом стали смеяться, как будто услышали шутку. Он что-то задумал. Ты молодец. Спасибо. Эй! Как видишь, у нас в Пайтити тайны недолго остаются тайными. Если ты отклонишься от плана... Это быстро вскроется. Я поняла. Она поможет мне найти кое-что, что я потеряла. Можешь об этом не беспокоиться. В моем возрасте отец был разведчиком. Он был охотником. Грозным охотником? Иногда и грозным. Но еще он был очень добрым. Ты оказываешь там честь. Привет, Куали. Если хочешь, осмотрись. Когда будешь готова отправиться за ларцом из Чель, приходи на рынок на том берегу. Тебе нужно что-то еще? Ну правда же, это он взял. Хватит, Таки. Потерял кубики? Ладно. Только не надо врать. Секта удвоила охрану. Почему? Это из-за бурь. Что охранник сделает против бури? Потом объясню. Красота. Приветствую. Привет. На рынке есть все, что захочешь. Эцли. Я уверена, она повидала уже много. Открытых? Да. Но наш самый лучший. Уже недалеко.
Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его. Чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Я не знаю, 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 я не знаю
Soking walik dech, kabein putzolon de kaho. Putzoka, mishbiki, otsu pantalon, mishawalik dech.